батальон, правильно? Мы все-таки победили. Пятая рота. Видите, я сам. Мы будем почаще выезжать. Потоцка Дарья Сергеевна. И выявлять таких вот области 1-48-077. Вы недавно, да, в полиции? Сами у нас с нарушениями ездят, без дозвольного документа. Ну, что-то у нас хотят увезти законно дела. Командир роты. У нас конфликт. Вызывайте в Рост государственный. Вы будете смотреть этот ролик. Скажите, у вас все такие подчиненные. Вы только детективы. Сейчас вас будут здесь очень красиво. Наверное, вы едете. Я думаю, что это вы. Ух ты, ёлки-палки, сколько еды. Может, и перекладач. Слышишь, может, и нам надо... Вы случайно не родственник Куденко? Кричите, спокойно общаемся. Смотрите, перед рассмотрением дела я водитель. В соответствии с 278 спрашивал, у вас есть клопотание или ходатайство? А он конечно, не может первое знать. То, которое это нам нужен адвокат. Нет, потом нам нужен был. Адвоката я предоставил. Кто нам нужен теперь? Но не вы предоставили. Кто у нас теперь нужен? Ну, переводчик, пожалуйста. Пожалуйста. Реализуйте это право. По закону, давайте уже по закону. Понимаете? Да. Ну, вы даже. А вы не имеете права разговаривать. У нас закон об украинской мове есть. Вы госслужащий. У меня есть подозрение, что. Предоставьте мне, пожалуйста, перевод. Только украинский язык. Ну вы же хотите по закону. Тут принцип. Мне в 170 гривен, просто в принципе вашим уже пошло. Разбираться по поводу дела. Я вам говорил, возможность переводчика, пишите ходатайство. Он как устном и письменном виде, чтобы вы понимали. Переводчик. Смотрите, устно я отклонил ходатайство, я могу отклонить. Мы ждем переводчика. Письменно вы должны его предоставить. Ждем переводчика. Инспектор. Вы хотите трэш? Давайте мы его будем. Задерживайте человека, едем в райотдел, там колбасимся. О чем мы будем его задерживать? Ну а вы меня и так уже задерживаете 2 часа. Подождите. Вам объясняем, ну какой 2 часа? 2 часа? Первые полчаса вы пытались как-то по-другому эту ситуацию разрешить. Абсолютно. А дальнейшее уже, да, вот здесь стоим, общаемся. Вы хотели адвоката, общаемся с адвокатом. Никто никого не задерживает. Рассмотрели. Да еще мне еще не все бично. Вы еще даже. Вы сказали, мы можем подавать и доказы. Згідно 268. Да. А что, мы не можем подавать? Да, я выслушал. Кого вы выслушали? Мы можем вам надавать. Ну, доказы можем давать. Да. У нас есть доказ, який спростує ваші там мрії о тому, що ми порушили право дорожнього руху. Але щоб їх залучити, нам потрібен час. Є розуміння у нас? Чи ні? Час нам нужен, да, щоб їх долучити. Це докази відео того, що особа перед виїздом безпосередньо перевірила. Це по-перше. Є свідетелі цього. Хто керував? Безпосередньо все це залучиться до матеріалів, справи. І буде додатком до даної постанови, якщо вона буде. Орієнтовно нам час. 2 тижні потрібно, бо у нас ВАП-формат, його потрібно айтішника знайти, який його переформатує. Тому у нас от клопотання до вас. Відійдіть, будь ласка. Та, я ви... хочу і стою. Та де мовчики? Я можу спілкуватися. Ну хто ви справі тоді? Так, як і ви. У нас не колегіально. Так, як і ви, шановні. Ви тут стоїте, ми маємо право стояти. Ви молодець взагалі. Вам претензій немає. Вот. У зв'язку з цим нам відкласти до розгляду справи для того, щоб надати ці докази. Ви розумієте? Ви ж все більше хотіте по 252-й. Правильно. Потому что вы всегда успеете вынести постановление, да, 3 месяца да, есть. Хорошо, да, тогда смотрите, я сейчас тогда пишу уведомление. Да, складайте там, відповідно, почтову адресу, згідно вашого планшета є, надсилайте повідомлення, особа з'явиться, відповідно. Все, всього доброго, поїхали. Повідомлення зараз, вручу. Все, ми записуємо. Ні, зараз, зараз. Прізвища є? Прізвища є? Зараз рух заборонений. В смысле? Заборонений. Вот это треш будет нормальный. Еще за вторым батом так не качались. Это командир батальона. Да, самый высший. Грудина. Да нормальный. Смотрите, полицейский. Вам повідомлення може надіслатися на пошту, бо у них є адрес.
прізвище ім'я по батькові ви назвали. Да. Особа не проти, зазначила про це, у нас відеофіксація є, тому вас тримати вже не можна. Законного тримання немає. Якщо зараз буду вас тримати, ми будемо звати його іншого. Я можу їхати. Да, 102 музика. Я вам зараз повідомлю. Повідомлення на адресу залишіть, будь ласка. Все, да. Включи, значить, зробимо. Было с Куденко. Да, да, то же самое. Да, так 4, да, я разумею. Я вам скажу сразу, то, что вы на камеру зачитаете, оно не подойдет. Да, так номер 4. Письменное уведомление. Да вы ему попозже можете прислать, и все. Вы адресу зазначите, адрес, все, побачите. У вас данные все есть. Насылайте, будь ласка, мы отримаем, и придем. Друзья, ну как-то так, упертый полицейский, ему объясняешь, он нет, смотрит видео, говорит о том, что ты ехал, нарушал и все такое прочее. Мы рассказываем о том, что человек не знал о том, что у него не работает задняя подсветка. И все равно лезет на бутылку. И заметьте, я не матерюсь даже, хотя тут есть варики поматериться, хайпануть на полицейский. Вот, ну, как бы смотрим пока дальше, и сейчас, ну, будем смотреть, что дальше происходит. Я могу и в прокуратуру написать, да? Нет, это не... Можно, это не, прокуратура бессмысленная. Значит, вы со своим освещением ходите. Ну, со освещением, чтобы у нас нормально. Извините, пожалуйста, но я вынужден это делать. Вы спросите, как это шифруется, все вещи, чтобы он... Смотрите, Петренко Валерий Юрьевич, 15.05. У меня игнорируете. Я в инспектора освещу. 15.07.1975 года рождения. А? Проживайте. Не, не надо, там нет адрес персональный данный. Да, да ничего не надо, не надо ничего называть. Зачем? Я не могу понять. Это просто разводило уже идет. Смотрите, вам необходимо явиться для рассмотрения дела. Возможно. Правонарушение. Но только не когда вам удобно, поняли? Когда вам удобно? Мне удобно, мне не удобно. Я не знаю. Он не знает. Вадим Николаевич, а тут не хочет человек предоставлять удостоверение на видео. Мне необходимо. Мне просто руки занесли. Будьте так любезны. Будьте так любезны. Просто вот Стеценко и все просили вот этот видео снять, где полицейский отказывается. Давайте заснимем. Предоставить? Давайте. Я хочу, мне надо зафиксировать. Мне надо зафиксировать. Сейчас. Ну, мне... ну вот так. Давайте, давайте. Но вы же, вы же показываете пример, как нужно. Вот. Все, вот берите пример с вашего командира. Так есть закон Украины про защиту персональных данных. Тут нема персональных. А ну минуточку, какие персональные данные? Это ваше службовое посвящение? Не, я по батьку. Вот. Не, можете говорите, не когда говорить. Когда вам удобно? И ваше посвящение. Я уже показывал на видео. Ну, еще раз покажите адвокату. Да, 102 когда вам удобно? Двадцатого декабря. Во сколько вам удобно? Во второй половине. Ну там да, да, да. Сейчас, сейчас я посмотрю. 20 грудня, 15 годы. Вам открыто? Да, да, да. Смотрите, 19 декабря, 14 годині, вам потрібно з'явитися за адресою місто Харків, вулиця Шевченка, 26, кабінет 105 для розгляду справи відносно правопорушення дорожнього руху, пункт 2.9.В. Вам зрозуміло? Якщо ви не з'явитеся, справу про адміністративне правопорушення може бути розглянуто. Зараз я можу їхати на аварії. На аварії, ще потихонечку, в правому ряду. Давайте, ще більше, на 20-го командировки. Так, господа, в общем, еще раз повторюсь, инспектор упертый. Доказывают свою правоту, перенесли дело в управление.
Это будет, значит, вторая часть рассмотрения дела. Давай на видео запишем, потом да. Приложим в УПП, что я заявил вообще сразу инспектору, у меня заседание, я не смогу предоставить юридическую помощь, поэтому вы срываете это собрание, которое вы перенесли. Я вас сразу проинформировал. Все. Водитель сказал, что мой адвокат. Водитель, да. А Вадик, В смысле? В смысле другом? Ну вы выбери дату, хорошо. Выбери дату. Инспектор, не лезьте на бутылку. Выбери дату. Вы будете моим четвертым героем в моих фильмах. Ряды будут у меня пополняться. Дайте я ролик да, запишу. И по итогу мы переносим дело. Ладно, вы знаете, что делать. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ну, а мы едем дальше помогать людям в городе Харькове и Украине. Все, пока.